Здравствуйте, меня зовут Доценко Андрей. Я шеф-инструктор яхт-школы «Русейлинг». Представляю школу. Хочу рассказать о том, чем мы занимаемся, какие курсы мы преподаем. В яхтенной школе «Русейлинг» можно пройти обучение на яхтенные ступени, такие как яхтенные права «Бербоджкипер», «IYT», «Йотмастер Костал», «Йотмастер Офшор». Кроме того, можно получить лицензию после курса обучения на VHF радиооператора SRC. Яхтенные курсы, яхтенное обучение в яхт-школе «Русейлинг» – это несложно, это просто, это доступно. Курсы обучения проходят на побережье Турции, в Эгейском море. Очень дружелюбная погода, удачное месторасположение. Тем, что постоянные ветра, теплая погода, где можно с удовольствием получать обучение, обучаться яхтингу. На первую ступень «Бербоджкипер» курс проходит как интенсив. Теория и практика на борту яхты. 1,5 часа утром занятий теории, и мы тут же выходим на палубу, выходим на лодку, отшвартовываемся или на яхте закрепляем необходимые теоретические знания практикой. Таким образом, за 12 дней обучения вы становитесь полноценным шкипером. Курсы, которые проходим, конечно же, это навигация, конечно же, это управление лодкой под мотором и под парусами, метеорология, курс безопасности – это вообще самое первое занятие. И многие другие необходимые курсы для того, чтобы получить лицензию «Бербоджкипер». Я рекомендую нашу школу, чтобы вы приходили к нам учиться, попробовали на себе этот курс и стали яхтенным шкипером.